Эвольд Васильевич Ильенков, философ, которого я знал совсем мало, к стыду своему. Ну, так получилось, потому что он ушел в год, когда я учился на первом курсе. Я его просто видел. Я его полюбил по книгам. Он был другом Василия Васильевича, так, ближайшим. Когда ему было грустно, он тоже все неподалеку, черт возьми, в Камергерском переулке, а там институт психологии находится рядышком, на Маховой 9, проспект Маркса тогда. И Ильенков был очень часто подвержен меланхолии. Он был очень тонкий, очень сенситивный ко всему человеку. Он мог расплакаться, если расплакаться реально. Фронтовик, который протащил на себе пушку, артиллерист, от Смоленска или, может, даже от Москвы до Берлина на себе, тащил пушку. Сын писателя известного, из интеллигентной семьи, утонченный Эвольд Васильевич Ильенков.